Зачем ты сейчас разжать? Не-не-не-не. Костюм испортит. Блять. Доска есть где-то. Вон палку взять с этим, с гвоздем, по башке дать. Но руку не пробить руку. Да. Не, по башке не надо его бить, надо просто ему в рот ставить. А вот доска. Да еще палку руку, Макс. Блять. Может ему мозги отрезать? Терпи. Тихо, 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 тихо. Аккуратно, костюм. Снизу, снизу. Блядь, держится. Блять. Ай, блядь! Ай, сука! Ну на вторая пасть! Да, блядь! А ну-ка, подожди, 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 всё, не трогай, дядя, дядя. Подожди, подожди, подожди. Тихо. Может, давай по башке долбани ему? Не надо, подожди, он меня схватил второй пастью. Тихо. Блядь, как больно, сука. Блядь, твою мать. Давай его убью, нахуй. Да убить надо по башке, дать ему гвоздем. Ну, сейчас, подожди. Блять, ну чем его расковырять? Ёбаный ты в рот, а? Вот ножом пасть разрезать. Попробуй, да, давай. С этой стороны, со стороны стола, или с той, с твоей, или с твоей, Януха. Бля, хуй ты, блядь, ещё хуже у меня хватает, Андрюха. Видишь, у меня на вторая пасть. Да хуй ты мне что имеешь? Блядь, черт. Видишь, у него вторая пасть там. А-а-а. Ай, блядь! Держи. Ох, сука. А, не это самое. Пиздец. Вот гад. Твоя зима. Фу, блядь. Блять! Борисюнчик, ты чё пугаешь народ? Залез, блин, резная спиной. Видишь, у него вторая пасть там, Люха. Ага. То есть вот это он про... Видишь, вот это вот. У Марины такая же херня. Видишь, вот он. No. Маленькие зубы, смотри, вот они. Ну понятно. Видишь, вот. А те всасывают. Там, и он заглатывает. Ну, вот видишь, он мне руку, бля, пробил. Ну. No. Пиздец. Какая хуйня. Потом Лена такой же устройство, как называется. Костюм надо будет мне, кстати, проверить. Видишь, и здесь пробил мне. Естественно. И здесь по пробивам мне все. Ох, я хотел за кирку, раз он меня цепанул. А что ты по локоть суешь туда? Я, честно говоря, не думал, что он хватанет. Да никто не думал вообще. Ну, блин, черт. Да я не черт. Доставайте теперь его, блин. Все, YouTube сейчас будет номер один. Борисюнчик руку засунул вообще. Иди, чувак, я с тобой сфотографируюсь. Крестничек мой. Да, подожди, я видео вырублю тогда. Зачем ты сейчас разжать? Не-не-не-не. Костюм испортит. Блять. Доска есть где-то. Вон палку взять с этим, с гвоздем, по башке дать. Надо руку не пробить руку. Да. Не, по башке не надо его бить, надо просто ему в рот ставить. А вот доска. Да еще палку руку, Макс. Блять. Может ему мозги отрезать? Терпи.
аккуратно, костюм. Снизу, снизу. Держится. Блять. Ой, блядь! Ай, сука! Ну на вторая пасть! Блядь! Блядь. А ну-ка, подожди, блядь, все, не трогай, дядя! Подожди, подожди, блядь! Ай, блядь! Тихо, тихо, тихо! Может, давай по башке, долбани ему? Не-не-не, не надо, подожди, он меня схватил второй пастью. Тихо, 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 тихо. Давай его убью нахуй. Да убить надо по башке, дать ему гвоздем. Ну, сейчас, подожди. Блять, ну чем его расковырять? Ёбаный ты в рот, а? Тихо, вот ножом пасть разрезать. Попробуй, да, давай. С этой стороны, со стороны стола, или с той, с твоей. Или с твоей, я нахуй. Хуй, это блядь, еще хуже у меня хватает, Андрюха. Видишь, у меня на вторая пасть. Да хуй ты меня, что имеешь? Видишь, у него вторая пасть там. Ага. Ай, блядь! Good. Твоя зима.